Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Пётр, и сегодня мы продолжаем играть Battlefield 1, да, ребят? Я немножечко записал две серии, и потом забросил это дело на 2 месяца. Но ничего, ребят, мы вернулись, и теперь уже навряд ли заброшу эту игру, мы пройдем ее полностью. Так, наша задача сейчас идти в разведку, и главное, чтобы наш танк не наперся ни на мины, ни на врагов, чтобы было у нас все гладко и чисто. Хорошо, вот здесь уже какой-то танк-неудачник есть. И даже кого-то закопали вроде бы, да? Прикопали так немножечко. Так, а мы идем смотрим, что у нас здесь. Ого! О, тихо, кто-то есть. Так, будем смотреть, как здесь все делать. А. Хорошо. Как-то тут помечать, я уже не помню. Так, тихо. Тихо. Ты меня не видел. Так, ну, в принципе, вот так мы помечать, да? Вот просто вот так. Тихо. Так. Иди, проверяй. Блин, дебил. Быстрее. На! Хо-хоу! Вот это жесть. Так, у нас есть другое оружие. Бери его. Вот такой у нас есть автомат хороший. Так, ну ладно, теперь я все понял. Стрелять, прицеливаться. Все, вспоминаю. Сейчас, ребят, подождите, 5 секунд, все. Больше вас отвлекать не буду. Так, камушек. Что там? Так, ну это должно быть очень просто. Здесь у нас такой мини-стелс. Тихо, ты меня не видел. Ты ничего не слышал. Так, это еще не все. Как я помню, здесь их намного больше, чем нам сейчас показали. Тихо, ты меня опять не видел. Открывай. Открывай. О, граната. Офигенно. Гранаты. А здесь у нас... О, дробовик. Дробовик. Давай тогда вместо пистолета возьмем... Вот, винтовка. Хорошо. И тут у нас динамит. Вот теперь можно сделать здесь вот такие. Сейчас посмотрим. Так, тихо. О-хо-хо-хо-хо. Тут тоже жесть. Тихо. Он меня заметил. В атаку! Офигеть. Все, проходите, пацаны, я все зачистил. Все у нас хорошо. Вот это он, конечно, пальнул. Да, здесь, конечно, со зрелищностью все отлично просто. О, давай, красавчик, наедь на меня. Остановился. Хорошо. Так, вот у нас есть пушка есть. Помню, когда я один играл, просто взял эту пушку у них. Или пулемет, да, встречал пулемет, потом из пушки, ну как-то так я, короче, их всех разнес. Вот ты где, парень! Магия, мехвод! Чистая магия! Сразу бы и не догадался, что тут война идет, правда? Давай назад! Я через проволоку поеду! Ни черта тут не видно! Эдвардс! Выходи вперед и проведи нас! Слишком далеко не уходи! Хорошо, погнали! Так, ты едь. Все хорошо пока что. Ну, в принципе, да, вот такие маленькие стелсовые серии будут, но они здесь будут постоянно, потому что это вся игра. Здесь очень много, слишком даже много стелсов будет, чем надо. Так, здесь мы можем чинить наш танк. Так, и здесь у нас еще один такой маленький блокпост. Вон они там все. Так, всех пометил, хотя даже не видел их. Тихо. А, подожди, как тут? А, вот так. На! Ого! Тихо. Ого, как меня заметили вообще! Вы чего, блин? Дилин! Танк в бой пошел уже. Ого! Да пацаны, вы чего? Это заметили.
Вот это экшен пошел. Тихо. Какие пакеты? Багеты! Садись. Пушку уничтожили. Последняя надежда. Беги. Фух, ну рыбы перемочили всех. Вот это, конечно, жесть была. Вот это их перемочил. Давай. Все берем. О, что у нас здесь? О, новый автомат. Хорошо, походим теперь с таким автоматом. Записки. Нет. Так, пацаны, я вас починю сейчас. Давай. Я рад, что ты за нас. Осторожно, парень. Мы разберемся. Ну, давай. Ну, в принципе, да, хорошо все у нас получается. Здесь, как я помню, и будет еще. Тут не видно. Эдвард, выходи вперед и проведи нас. Слишком далеко не уходи. Таких мини-2 блокспоста. И тогда все уже. Будет следующая локация. Конечно, эта локация, наверное, самая скучная. Даже не знаю. Так, хорошо. Тихо. Еще. Ого, их там сколько много. Все больше и больше. Так, идем. Иди сюда. Там тебя кое-что ждет. Пойди-ка посмотри. Тихо. Иди посмотри. Тихо. Мы его зарубили. Хорошо. Дальше действуем по-другому. Тихо. Так, хорошо, сейчас мы эту фигню отпустим. Бери. Эй, блин. Куда? Тихо, беги. Ого! Чуть не убил. Есть! Ой, что ты делаешь, паркурщик? Быстрее, перезаряжай! Вот это жесть! Ого! Дальше! Они нас окружают! Вот это да, я разнес. Он сам перезарядился. Хорошо. Пистолеты всякие. А, это винтовки. Да, давайте в винтовку возьмем, потому что с дрободоном я не очень хочу ходить. А вот винтовка — это другое дело уже. Погнали, пацаны. Так, и теперь мы проезжаем вот здесь. Да. Ребят, просто очень долго здесь по стелсу ходить, это не так уж интересно. Возможно, я какой-нибудь сделаю миссию по стелсу, но так я хочу повоевать, чтобы было зрелищно, чтобы было очень классное, эпичное месиво везде. А не просто ты вот так сидишь, тюк, кустик, я тебя накажу. Бах, ну это вообще не интересно, ребят, согласитесь. Колье, давай. Неплохо, Эдвардс, мы уже почти вне опасности. Скоро должны выбраться из этих чертовых лесов. Ого! Устроим их! Вперед! Ну погнали! Вот это уже эпично! Давай, я их вижу! Давай, пацаны! Вперед! Ого! Вот это, блин, жесть. Тихо, пацаны. Отходим.
Ого-го-го-го. Быстрее, пацаны. Ты что здесь делаешь? Ой, не успел убить его. Охренеть, вот это да. Да, винтовка это тема, конечно. Это просто шикарно. Ребят, у вас нет винтовки? Оу. Хорошо. Это на что? А, это у нас супер винтовка. Ладно. А что у нас здесь? Пулемет. Вот, блин, вот это, конечно, как раз по теме. Ну, погнали, будем теперь так ходить. Впереди аванпост. Там, судя по всему, готовы встретить Бесс. Мы отвлечем их огонь, а ты зайдешь к ним с тыла. Ну, хорошо, давай попробуем. Так, пока здесь никого не вижу. Только танк, танк. А, в принципе, можно сейчас пойти как-то обойти, так взять танк на себя. Им управлять. Ну, давай попробуем. Так, хорошо. Зайдем слева, вот так обойдем их. Главное, чтобы не спалили. Вот еще один пацан. Там, в принципе, охраны мало, но если они поднимут тревогу, тогда все, нам просто будет пипец. Тихо. Ты меня не видел. Вот так. Так, там всего лишь один пацан сидит. Здесь у нас никого. Хорошо. Ой, подожди-ка. Здесь кодекс лежат. Бери. О, да. А это боевые уставы. Ну ладно. Так, хорошо. Делаем вот так. Быстрее, быстрее, быстрее. Да ладно! Да нет! Я же все распланировал. Ого! Блин, вот это, конечно, невезение. Черт! Блин! Да что ж такое происходит? Какое паста? Мы же не итальянцы. Где ты кричишь? А, вот так. Хорошо. Так, быстрее. Тихо. Да! Так. Одно попадание. О, все, готов. Тебе пипец. Пацан. Ого. Долго ты не протянешь, да? Баба. О-о-о. Вот это было красиво. Так. О. Так, подкрепление сейчас будет. Ой, как мне повезло. Ни пушек, ничего нет, да? А, пушка есть. Отлично. Отлично. Еще есть? Так, ладно, пушку я буду использовать потом. Так, отходим. Попал. Да, они тут скачут. Ого! Давай быстрее, 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 быстрее. Ладно, Бесс разберется. Кто тут еще стрелял? Поворачивай, поворачивай. А, с ним уже все, покончено. Кто еще есть? Я ничего не вижу. Так, ну-ка, разверни быстренько. Так, по мне кто стреляет. А, понятно, откуда. Да, попал. Пошла перезарядка. Ну, у них пушки красивые. Где он? Куда он делся? Блин, здорово Бесс мочит. Ладно, иду на помощь.
Вперед. Так, надо быстренько хилить ее. Давай, хилься. Так, вот так, вот так, вот так. Все. Так, вон еще пушка есть. Надо пометить ее. Пометь! Есть. Ой, как не повезло. Не успел я уничтожить эту фигню. Вы не пройдете. Ого, там разрушаемость. Вот так. Ты не пройдешь. Быстрее пошла перезарядка. Давай, давай. Где он? Ого, уже приехал. Ого-хо-хо. Это уж, конечно, пище, чем я когда один играл. Быстрее. Что там такое? Так, эта фигня здесь. Я могу ее забрать. Сны. Ну ладно. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Ва! Круто. Я бегу, бегу. Так, ну да, в принципе, у нас все эпично. Довольно-таки хорошо и эпично. Так я бегу, бегу, подожди. Ну все, поиграли и хватит. Эдвард, залезай, поехали. Уходим отсюда. Давай. Потрясающий Эдвард. Если выберемся, ты медаль получишь. Мы уехали. О, все, уже ночь. Теперь у нас начинается стелс. Ну, как вы знаете, ребят, со мной стелс не бывать. Не надо, не надо. Что, Эдвард, что? Сэр, ей нужны новые свечи. Посмотри, посмотри, где другие деревни. Ты видишь, сынок, ты деревни видишь? Да, вижу. А как там наши танки? Наши танки, ты видишь? Эдвардс. Да. Но они уже не наши. Видимо, то, что нужно Бес, как раз в той деревне. Ладно. Пошли, Эдвардс. Пошли. Удачи. Да, удача нам пригодится. Пойди сюда. Танк уже не поедет, а он к утру умрет. Нам крышка. И что? Ты хочешь задание бросить, да? Ты не понял. Финч, Причард, мы все изначально просто мясо. Ну, раз ты так хочешь, Макманус, иди. Ты со мной так не говори, понял? Не на стольких заданиях было тебе не снилось, мальчик. Ну и вали тогда. Да, решил нас кинуть, и мы идем теперь сами. Вот тебе и прорвемся вместе. Давай, ищи запчасти. Танк должен ехать. И не умри. Хорошо. Ну ладно, ребят, думаю, этого хватит для одной серии. Так что все, ребят, с вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.